Здравствуйте, друзья! Анонсированная на сегодня акция протеста в Москве практически сорвана. Пушкинская площадь оцеплена ОМОНом, Росгвардией по всему периметру. Практически через 2 метра стоят космонавты в полной амуниции. Людей на площади практически нет. Площадь революции. Вы можете увидеть в видео, сколько полиции, ОМОНа, Росгвардии готовы пресечь любые мероприятия в этом месте. К сожалению, голуби московские остались голодными. Но если на Пушкинской площади за малейшую возможность покормить голубей сразу же пакуют, то на площади революции кормить голубей разрешено. Но москвичей, которые планировали прийти на акцию протеста, не видно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы 15-миллионная Москва поднялась с диванов, проснулась и вышла на улицы. Позже я узнал, что на Пушкинской площади все-таки люди собрались и пытались кормить голубей. И начались массовые задержания, жесткие задержания. Один из моментов, которых вы можете увидеть в конце этого видео. Не знаю, что будет завтра. На 2 августа планируется мероприятие на площади революции. Так что будем надеяться, что завтра москвичи все-таки выйдут на протест. Представьте, пожалуйста, причину моего задержания. Причину моего задержания. Как вас зовут?